Соревнования среди звеньев газо-дымозащитной службы, пожалуй, самые престижные состязания огнеборцев. Именно здесь, по мнению самих участников, они проходят настоящие испытания на профпригодность. На данных соревнованиях личный состав показывает весь свой профессионализм и навыки при тушении пожаров, при ликвидации чрезвычайных ситуаций и, самое главное, при спасении людей. Теплодымокамеры, учебная башня, стрельба по мишеням. Весь маршрут преодоления практического задания хорошо знаком и отработан участниками соревнований. Однако легче от этого не становится. Где сложнее это было? На каком этапе? На башне. На башне сложнее. Почему? Ну, подъем вот этот. С виду, со стороны очень легко все, а по правде очень все тяжело. Марат Галилюдинов участвует в этих соревнованиях уже несколько лет подряд. Мало того, сейчас в одной из команд соперников выступает его сын. В битве поколений, по словам старшего, выигрывает молодость. Молодежь, молодежь. Ну, уже немножко сдаем отдыхалочки-то. Слеганца. Молодежь. У нас везде дорога открыта, молодежь. Пошел вообще по жизни, в принципе, по стопам отца. Как бы он мне большой пример подал. А вот другой пожарный, Ринат Ахмедзянов, в этом году не участник, а болельщик. Поддержать свою команду пришел вместе с сыном. Показать ему наглядно, как работают пожарные, чтобы он тоже знал, что и чем занимается папа на работе. Мне понравились пожарные машины. Мне понравилось, как ребята бегают, тушат пожары и спасают людей. В результате упорной борьбы кубок победителей первое место за лучшее время при выполнении практического задания досталось звену 52-й пожарно-спасательной части. Серебро у их коллег из 34-й части, а третье место заняли пожарные из Верхнего Услона. Теперь победителям предстоит выступить на республиканском финальном этапе соревнований, который пройдет в конце августа в Набережных Челнах. Резида Юсупова, новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».